Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. У него впереди тяжелая голограмма, он ее толкает. Тонкая копия вывела ее. Хорошо, так будем поднимать. Да, вместе. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Ингуса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Ингуса поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Ингуса. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, он кивает, но он за голограммой. Хорошо, сейчас уберем. Сканер, даю тебе команду. Отключи эту голограмму, а также все сопутствующие и связанные с ней чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Все, что на этой частоте находится, выведи это все из биополя Ингуса. И как все выйдет, отправляется силам его намерения в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. И больше ничего не мешает. Ингус? Он за сердце держится почему-то, и он маленький какой-то. Хорошо. Сканер, просканируй полноту души Ингуса. 48. 48%. Полдуши нет. Хорошо. И я даю команду, значит, три сканера сканируют пространство над головой Ингуса, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ингуса, находит все. У него ящер. Рядом с голограммой, и у него в сердце вставлен как штырь, как рычаг, за который они управляли этой голограммой. Он еще торчит там, этот штырь, в сердце? Да. Хорошо, сканер, просканируй это место, сердечную чакру, выведи этот штырь из биополя Ингуса вместе с сопутствующими энергиями и подключками, если он подключен еще. Есть у него подключки, внутрь идет как штырь. Шар, круг такой. Все, отключает сканер. Готово. Хорошо, отправляю тогда этот штырь в клетку-тюрьму. Выстраивает ящера каналы к другим ответственным, с кем он связан. 1, 2, 3. Каналы выстроились, притягивая ответственных. Если таковые есть, стоят в клетке-тюрьме. Да, будет так, а так и есть. От голограммы тоже выстраивает каналы, притягивая ответственных, которых еще здесь нет. Стоят в клетке-тюрьме. У него 2 грея притянулись. Отлично. Ну что, греи, соскучились? А вам сегодня отвечать за все. Они за технику ответственны. А это не имеет никакого значения. Меня интересует только момент, где эта техника была установлена и кем. Все. Больше ничего меня не интересует. Она была установлена вами. Да, они установили. А где, где они, не поняли вопрос твой? Что, какой вопрос они не поняли? Вы установили в биополе человека. У вас есть разрешение на это? У вас есть контракт на эти эксперименты? Он вам разрешал это делать? Да, он разрешил вам. Он вам разрешил? Эксперименты. Он вам разрешил эксперименты? У тебя есть контракт на это? Ты можешь подтвердить свои слова? Но если ты не можешь подтвердить свои слова, что ты врешь? Грей получает по 50 тысяч герц каждый удар. Хорошо, ящик. Не показывает. Они показывают во сне, они ему предложили эксперименты. Он заинтересовался, и они быстренько подключили ему. Вы обманом туда вошли. Что вы ему пообещали? Какие эксперименты? Грей, я сейчас всю картину поставлю и посмотрю. Если это обман, вы уйдете только в галактическое ядро. Вы обманом получили его согласие. В состоянии, когда человек не владеет своим физическим телом. Конечно, но им... Все, нам, значит, это было хватало. Не хорошо, сейчас мне хватает для того, что я уже знаю, для того, чтобы просто подарить вам всем подарок. Живая плазма. Слышали о такой? Они машут руками, не хотят. Появляется в моих руках живая плазма, шар. Ящер, тебя это тоже ожидает. Я этот разделю шар на 3 части и дам каждому из вас в знак благодарности за это воздействие, за ток 52% души. И отправлю потом в таком состоянии на вашу чистоту. Что туда долетит, это большой вопрос. Убирая плазму, входит в меня. Хорошо, Вера, давай начинать работать. Итак, у нас один ящер, считай, у него цифры над головой, и 2 грея. У нас есть другие интерференты. Давай с ящером закончим. Посчитай цифры у него над головой. 342. 342. Сколько находился ящер вместе с этой голограммой в биополе? Голограмма стоит
Значит, сами пришли Грей сперва 7 лет назад, устанавливать начали голограмму, наращивали ее. Потом подключился ящер, когда голограмма уже была полный рост. И начала отток, когда заработала, в общем, вся техника. Пришел ящер. Хорошо. Кто украл 52% души? Сколько раз биоматериал вместе с частичками души отправлялся на планету ящера? Два раза, третий готов. Два раза и третий готов. Ну хорошо, ящер, посмотрим, чем эта история закончится. Вместе с Греями. Итак, поехали дальше. Ящер, два Грея. Дальше кто он? Ящер говорит, что он выносливый, нам нужны такие биоматериалы и гены. Что значит вам нужно? Он тебе что, давал разрешение хороший на это? Хороший материал. А мне надо мой лазер отрабатывать на ком-то, понимаешь? И вот я думаю, не взять ли мне сделать ли дырку в тебе? И при этом меня твое согласие вообще не интересует. Так, все, молчат. Давай, Вера, кто у нас там в клетке? Демон. Какой демон? Демон 12-й, и больше никого нет. Они выгнали, был дракон синий, они выгнали всех, чтобы не тратили энергию на других. То есть демон договорился с ящером? Нет, демон пришел на свои частоты. Какие это частоты, демон? Назови их. И когда ты пришел, меня тоже интересует. 3 года назад. 3 года? Какая была ситуация? Что это было? Какие-то эмоции? Эмоциональный срыв. Это был что? Крик? Слова определенные? Или что? Крик. И он этим криком как закрывается от других, чтобы его не трогали. Понятно. Тем самым это твоя чистота, да? Конечно, это же эмоции. Все верно. Вот демон зашел на свою чистоту, а ящер зашел обманом вместе с Греями. Будет сегодня развязка эта история. Итак, ящер, два Грея и демон. Больше никого нет, да, Вера? Да. Тогда начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Ингуса с энергией неуверенности, энергией всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усиливаю потоки в 50 раз. Посмотри, что идет к штырю и к голограмме. А также к Греям идет что-то. Знаешь, у него еще конструкция есть ящера, где он сам находился. Еще и конструкция есть. Хорошо. Так, сканер, отключи эту конструкцию ящера до последнего чипа датчика импланта и конвектора. Выведи ее из биополя. Это шея, спина и ноги. Это тот, кто он руководил, где Хорошо. Он находился. Выходит Готово. Это? Отлично, отправляю в клетку-тюрьму и дополнительно выстраиваю от Ингуса прямой канал к этой конструкции реверсом. Отдаю в него, в эту конструкцию, в нее все негативное, патогенное, низковибрационное, что Ингус получил от этой конструкции. Пошел процесс. Но туда идет боль, какая-то трансформация, то есть она трансформировала его тело биологическое, она не совпадала с ним. И зная то, что она не совпадает с ним, ящер продолжал свои действия. Это было удобно ящеру, но неудобно физическому телу. Он меньше по размерам. Хорошо, сегодня будет неудобно ящеру, когда я эту конструкцию, этот штырь, эту голограмму сначала установлю на него, а потом по очереди на каждого из Греев. Включу на полную мощность, на отток энергии. Считаю информацию, сколько забирала голограмма, этот штырь и конструкция из 100% энергии. Одно число. 80. 80. Я так и знал. Хорошо, ящер. 80% ты потеряешь сегодня вместе с Греями. От 45 до 80. От 45 мы берем всегда высшее число. И это 80. Они давали ему зарядиться во сне и потом выкачивали. Они давали ему заправиться во сне. Хорошо. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Ингус забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные. Чистые. 1, 2, 3. В чистоте Ингуса по праву возвращаем назад. Пошел мощный поток. И опиши мне, что идет оттуда. С голограммы идут энергии. Свет души идет. ДНК. Это убийство можно уже так квалифицировать. Медленное убийство души и человека. Оставляли, что просто существовал, а не жил. А еще такое ощущение, что ему мозг возвращается. То есть у него голова пустая была, наполняется сейчас. Отлично, ждем. А вот от Греев от них ничего не идет. И они говорят, видите, мы ничего не забирали. Мы только установили и ушли. А какую вы цену получили за эту работу?
Самая наша главная цена, то, что технология работала. Эксперимент удался. То есть вы бесплатно, без всякого обмена энергиями? Нет, обмен был, конечно, вот, но самая так... главная задача. Награда вот – это то, что мы... Мой вопрос был, какую вы оплату получили от ящера? Получили. У тебя три варианта ответа. Два из них ты уже потерял. Следующие, третий, последний. После этого каждый из вас получает по 150 тысяч герц удар. Потом я выстрою из вас канал, от вас канал к вашей тарелке, на которой вы лежите, к этой клетке-тюрьме. И все вместе отправитесь в межгалактическую полицию. Как тебе такой вариант, Грей? Он показывает коробочку. В ней свет души чьей-то. И чья это душа? Я не знаю, чья это душа. Ящер расплатился чьей-то душой с ним. Ящер расплатился чьей-то, то есть он еще ворованным расплатился. Все понятно. Ну, криминальная, организованная преступная группировка. Хорошо, ждем окончания реверса. Закончился реверс. Отлично. Сканер, просканируй сейчас полноту души Ингуса. 80. 80% уже, 20% не хватает. Обращаясь к Ингусу. Ингус, вы видите эту ситуацию. Вы понимаете, что сейчас здесь происходит? Он говорит, что мне сложно понять. Я первый раз вижу что-то подобное. Хорошо. Вот сейчас вы с этим первый раз столкнулись. Вы понимаете, что у вас украли душу. Большую ее часть. Было 48%, мы сейчас вернули до 80%, 20% еще не хватает. Вы хотите вернуть свои 20% души? Конечно, хочу. Я прошу вас сформировать это намерение, и сейчас я дам команду, и мы вернем эти 20%. Вы готовы? Да, готов. Выстраивает Ингуса канал, каналы к его частичкам ядерной энергии. Все возвращается назад мощным потоком. Да, будет так, а так и есть. У него тело как магнит прям всасывает, впитывает все, что возвращается. С двух копий возвращается. Две копии. И его сила внутренняя возвращается. Готово. Отлично. Сканер просканирует полноту души Ингуса сейчас. 100%. Они у него потенциал украли, без которого ему неинтересно было, как робот продвигался дальше. Поехали дальше. Во всяком случае, одно важное дело мы уже сделали. Демон, давай сейчас с тобой поработаем. Выходи, отключайся полностью от Ингуса и на месте доложи мне, что ты все снял. Расскажи, как это все действовало и какие эмоции вызывало на физическом плане. Ноги утяжелял он. И? Человек не хотел никуда ходить? Или работать, или как? Нет, ама... Его раздражало это, вызывало боль, отвлекало. Раздражение приводило к перемене настроения. И понижению вибраций. Нервничал. Резкие движения делал. Выплескивал негатив. Словами тоже? Словами тоже. Хорошо, демон. Ты все снял? Словами и раздражением. Хорошо. Ну, эти симптомы, я думаю, он знает хорошо. Он все снял, да. Скажи мне, демон, где находятся лярвы в биополе Ингуса? Потому что там должны быть лярвы по-любому, с таким массивным воздействием. У него спина сзади, позвоночник. Да. Хорошо, ты хочешь эти лярвы у меня попросить? Забрал? И на ногах лярвы. Хорошо. Хочет. Я разрешаю тебе забрать эти лярвы, снимай полностью, ничего не забывай, возвращайся назад в клетку. Вот у него на ногах, на ступнях лярвы. Черно-красные такие, нет боли, какие-то кровавые. Негатив там и боль. Ну, это он почувствует сразу облегчение, как это все сейчас уйдет. Забрал лярвы. Хорошо, эмоциональный фантом тебя интересует? Да, конечно. Сейчас я буду перечислять частоты, а ты мне скажешь, какие из этих частот в нем являются основными, из чего все вытекает. Понял? Давай. Хорошо, выходит эмоциональный фантом Ингуса. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Чего так много-то не могу запомнить. Ну, основные назови. Ты же видишь эти цвета. Что-то волнение, опустошение, раздражение. Понятно. Хорошо, меня это устраивает. Спрашиваю Ингуса, Ингус, эти энергии, много там, Вера? Да, полный фантом. Полный фантом. Ингус, эти энергии, эти эмоции вы сами произвели. Вы готовы с ними расстаться?
Готов. Сворачиваете энергии в шар. Демон забираешь? Да. Отправляй демону. Готово. Хорошо. Даю команду сканеру. Сканер. Просканирую сейчас Ингуса на частотах ящера и греев, а также их подключек. Что-нибудь еще осталось незамеченным. Пошел скан. Но у него, как сказать, это не энергия, а как вот воздух, он дышит. И у него циркуляция идет по его телам. И там есть еще какие-то, как сказать, маленькие, как точечки, которые он еще принимает за свои. Хорошо. Привычки. Привычки, вот. Привычки. Хорошо, включаем внутренний белосвет Ингусу. 1, 2, 3. Этим цветом Ингус выдалит из себя все негативное, чужеродное, патогенное, находящееся в его биополе и не относящееся к его энергиям. 1, 2, 3. Все эти точки, все эти энергии, мыслеформы, все выходит и формируется в шар перед ним. Вышел шар. Большой? Как небольшой мяч, там вот эти мыслеформы. Открываю. Когда ты упомянул, у него пошли мыслеформы тут. Отлично. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Хорошо. Сканер, сделай контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подскажу Кингусу, помогая моей энергии отстегнуть ему каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отсекается. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Готово. Хорошо. Демон и ящер. Вы находитесь в других членах этой семьи? Демон. Или в квартире? У демона есть на участке сетки. У тебя есть на участке сетки. Хорошо. Мы сегодня и дом чистим. Поэтому... А к другим ты подключен еще? Нет. Хорошо. У ящера есть что-нибудь? Он подключен к кому-нибудь еще из семьи? Нет. Хорошо. Демон, я сейчас открою портал, отправлю тебя на земельный участок. Соберешь там все, что ты раскидал. Я соберу потом весь негатив на земельном участке, отдам тебе в дорогу, когда будешь уходить. Устраивает? Да. Хорошо. Открывается сейчас портал в дом Ингуса. 1, 2, 3. И демон через этот портал уходит в дом, собирает все и дожидается нас. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти на связь. Да, я на связи. Привет. Приветствуйте. У нас здесь организованная преступная группировка. Два Грея установили голограмму. После этого пришел ящер. У нас штырь, который в сердце торчал. У нас конструкция, которую ящер установил. Ну и самое страшное, 48% души у него было на момент, когда мы его взяли. Сейчас мы все вернули назад. Эти преступники находятся в клетке. Ящер расплатился с Греями частичкой души. Она при них находится, чужого другого человека. Поймали с поличным. Так и есть. Принимаем. Отлично. Голограмму уничтожит. Хорошо. Под голограммой, штырем и конструкцией открывается воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. И это все уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Поехали дальше. Клетка пустая у нас, да? Да. Поехали по частотам. Есть. Переходим к процессу активации идентификации души. На счет 3 запускаем процесс активации идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Идентификация идет, он показывает, кто он. Он солнечный. Солнечная душа, да? И, да, ему идет информация, что он может любые негативные эмоции или мысли, а также боль, представлять внутри себя солнечной энергией, выдавливать этими энергиями всю себя, лечить себя, направляя лучи. Отлично. Хорошо, Ингус, если захотите больше узнать от вашего куратора, обратитесь к нам, вы можете задать ему 10 вопросов. Такую услугу мы предоставляем. Готово. Готово. И ему идет информация, что ему большие всплески энергии, вот это как всплески на солнце, плохо всем вокруг и ему тоже. То есть это тяжелые энергии. И когда солнце не греет,
И холод тогда, он распространяется тоже везде. 600, вот эти эмоциональные состояния, это такой теплый, прекрасный день для него самого и для всех окружающих. Это очень важная информация. Благодарим за эту информацию. Мы ее передали. Готово. Хорошо, Ингус, мы закончили вашу чистку. Как вы чувствуете себя сейчас? О, прекрасно, как солнце в теплый день. Вот это правильное выражение. Отлично. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Процесс восстановления занимает несколько дней до нескольких недель. Заправляетесь энергиями, сжигаете свой негатив, контролируете свои эмоции, как вам сказал куратор, скорее всего. И все у вас будет хорошо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ингуса в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Знаешь, ему слова куратора идут, что он не должен забывать, что он маленькое солнце на Земле. Представитель солнца. Абсолютно верно. Важная информация. Благодарим. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем.